Привет всем! Миллионы пользователей уже зарегистрированы в социальной сети ВКонтакте, но до сих пор многие люди ищут в интернете ответ на вопрос, как зарегистрироваться в ВК. В данном видео разберем два способа регистрации – с компьютера через браузер и со смартфона через мобильное приложение. С компьютера через браузер. Зайдите на официальный сайт социальной сети vk.com. В блоке «Впервые ВКонтакте» введите свое имя, фамилию, дату рождения и нажмите на кнопку «Продолжить регистрацию». Введите номер вашего мобильного телефона без восьмерки. Нажмите на кнопку «Получить код». Через несколько секунд на этот номер придет код подтверждения, состоящий из 6 цифр. Иногда могут быть задержки и код может идти несколько минут. Введите полученный код и нажмите на кнопку «Отправить код». Придумайте и введите пароль для последующих входов в социальную сеть. На всякий случай можете его где-нибудь записать. Если вы его потеряете или забудете, то пароль можно будет без особых проблем восстановить. Нажмите на кнопку «Войти на сайт». Вам сообщат об успешной регистрации. Нажмите на кнопку «Продолжить». Заполните информацию, которую вам предлагают заполнить. Если желаете пропустить какой-то пункт, нажмите на ссылку «Указать позже». Готово! Теперь вы можете найти друзей в социальной сети ВКонтакте, вступить в какое-нибудь сообщество и заполнить свой профиль целиком, указав контакты, интересы, образование, карьеру и так далее. Со смартфона через мобильное приложение. Зайдите в ваш магазин приложений Google Play или Play Market для Android смартфонов или App Store для iOS смартфонов от Apple. В поиске наберите ВКонтакте. Откройте страницу приложения в магазине и нажмите «Установить». Дождитесь окончания загрузки и установки, а затем нажмите на кнопку «Открыть». Выберите вариант «Зарегистрироваться». Укажите свой номер телефона без восьмерки и нажмите «Далее». Введите код, который пришел на ваш номер телефона по SMS. Заполните имя, фамилию и выберите пол, а затем нажмите «Далее». Выберите дату рождения. Предлагается листать месяца влево-вправо. Но если вам уже далеко не 18, то можно нажать на год в левом верхнем углу окна. В этом случае вы сможете выбрать год из списка, что существенно ускорит ввод информации. Затем нажмите «Далее». Придумайте пароль для входа и введите его два раза, чтобы система убедилась, что вы его запомнили. Нажмите «Далее». Вам могут предложить добавить друзей из Google+, но лично я этот пункт пропустил бы. Соответствующая ссылка находится в правом верхнем углу. Далее вам предложат найти людей из вашей телефонной книги в ВК. Нажмите на кнопку «Искать в телефонной книге». Просмотрите предложенный список и добавьте тех людей, которых захотите. Или же просто нажмите на «Пропустить». Далее вам предложат вступить в сообщество. Выберите ваши интересы и посмотрите предложенное вам сообщество. Но вступить в них можно и позже. Нажмите на кнопку «Продолжить». Готово! Теперь в нижнем меню вы можете выбрать сервисы. Именно там находятся разделы «Друзья» и «Сообщество». Если же вы хотите отредактировать свой аккаунт, то в нижнем меню выберите профиль. Вот, собственно, и все. Ищите друзей и единомышленников, общайтесь, подписывайтесь на интересные сообщества и комментируйте записи. Но помните, что товарищ майор не дремлет, а законы сейчас такие, что и за репост записи присесть можно. А на этом у меня все. Буду признателен, если оцените данное видео.